Ну, во-первых, тяжелая игра получилась, потому что, наверное, старт турнира. Вот ребята молодые, интересно играют, атакующий футбол. В принципе, составили нам трудности. И мы надеемся и верим в свои силы, то, что в следующих матчах уже будут победы. Ну, во втором тайме вышел фактически новый состав. Получается, тренер дал игровую практику всем футболистам. Да, нам Андрей Викторович сказал то, что сегодня мы сыграем все по тайму. Вот, потому что игровая практика нужна всем. И хорошо, что мы ее получили. А надеетесь в ходе турнира набрать форму, потому что игр много, и они часто будут. То есть игровой практики будет очень много. Ну, конечно, я думаю, для этого и запланирован этот турнир, чтобы через спарринги подойти к старту чемпионата, ну, к его продолжению. Вот, и надеюсь, что мы подойдем в хорошую форму.